На сегодняшний день все больные из Унечи и района едут делать томографию в Новозыбков, а это путь не близкий. И лечиться приходится ехать в те населенные пункты, где есть в наличии свободные койко-места. В Унечской ЦРБ подготовлено резервное отделение на 400 мест для лечения больных коронавирусной инфекцией. После принятия решения о покупке аппарата на 64 среза фирмы «Philips» начались строительные работы. И вот на данный момент мы имеем здание уже с домонтированной крышей, сделана обрешетка, изоляция, вставлены окна, есть внутренние перегородки, стены, залита стяжка с подушкой под аппарат с соблюдением всех санпинов и радиологической защиты. На данный момент ведутся работы по фасаду здания. Вот, планируем к 1 декабря все это завершить. Госпиталь расположен в здании бывшей ведомственной железнодорожной больницы постройки 1937 года. Подрядчику удалось совершить чудо в кратчайшие сроки подготовить здание, несколько лет стоявшее без отопления, к приему больных. Сегодня здесь есть все условия для оказания медицинской помощи больным COVID-19. Осталось дождаться установки компьютерного томографа. Александр Новиков, Евгений Цветков, Андрей Шевченко, Григорий Дупанов. События Унеча.